Любовь к женам. Если говорить о любви к женам, то испытывающий такую любовь не заслуживает порицания. Напротив, это признак его полноценности, и Всевышний Аллах облагодетельствовал рабов своих этой любовью. Господь сказал, среди его знамений то, что он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Поистине в этом знамение для людей размышляющих. Сура Румы, аят 21. Вот как толкуется этот аят в одном из тавсиров. К знамениям Аллаха, указывающим на Его величие и совершенство Его могущества, относится и то, что Он сотворил для вас, о мужчины, супруг, дабы вы могли обретать успокоение с их помощью и он устроил между женщиной и мужем ее любовь и сострадание. Поистине в творении Аллаха заключены знамения, указывающие на могущество Аллаха и его единственность тем, кто думает и размышляет. Тавсир Муяссар. Всевышний Аллах сделал женщину успокоением для мужчины, так что сердце его обретает спокойствие благодаря ей. И он создал между ними чистую любовь, сопровождаемую милосердием. После упоминания о том, какие из женщин дозволены для вас, а какие запретны, Всевышний Аллах сказал, «Аллах желает дать вам разъяснение относительно истинной религии, повести вас путями ваших предшественников из числа его посланников и других верующих и принять ваше покаяние, ведь Аллах, знающий, мудрый». Аллах желает принять ваше покаяние, а потакающие своим страстям желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону от прямого пути. Аллах желает вам облегчения посредством этих предписаний, ведь человек создан слабым. Сура женщины, аяты 26-28. Ибн Тавус передает от своего отца такое толкование. То есть, видя женщин, он не может проявлять терпение. Джабер, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает достоверный хадис о том, что однажды пророк, мир ему и благословение Аллаха, увидел какую-то женщину, а потом зашел к своей жене Зайнаб и удовлетворил с ней свою страсть. Позже он сказал, «Поистине женщина приходит в образе шайтана и уходит в образе шайтана». И когда кто-то из вас увидит женщину, которая понравится ему, пусть вступит в близость с женой, и это прогонит то, что появилось в душе его», — передал Муслим. Аннавови сказал, «Тому, кто увидел какую-то женщину, из-за чего в нем зашевелилась страсть, желательно прийти к своей жене и вступить с ней в близость, чтобы ослабить напор страсти, успокоиться и сосредоточиться на делах, которые ему предстоит сделать. Шайтан подталкивает мужчину к тому, чтобы стать жертвой искушения, причиной которого является женщина, потому что Всевышний Аллах вложил в мужчин влечение к женщинам, желание смотреть на них и склонность к тому, что связано с ними. Из этого Хадиса можно извлечь немало пользы. Во-первых, в нем содержится побуждение отвлекать себя от желанного, посредством подобного ему и заменяющего это желание так же, как одна еда или одежда способна заменить другую. Во-вторых, хадис содержит веление лечить возникшее влечение к женщине, способное перерасти в страсть, полезнейшим лекарством. Это удовлетворение страсти с женой, которая уничтожает ту запретную страсть. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, также побуждал любящих к вступлению в брак, говоря «не видел я для двух влюбленных ничего подобного вступлению в брак», передал ибо Маджа. Если же говорить об истории Зейна бин Джахш, то Зейд был решительно настроен дать ей развод, потому что они не ладили, и он советовался с пророком, мир ему и благословение Аллаха, относительно развода с ней а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, советовал ему не расставаться с ней. Поняв же, что тот все-таки даст ей развод, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, скрыл свое желание жениться на ней после того, как Зейд разведется с ней, поскольку опасался, что люди могут начать говорить, мол, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, женится на бывшей жене своего сына ведь он усыновил Зейда до начала своей пророческой миссии. Однако Всевышний Аллах желал создать общее предписание, в котором польза для его рабов. И когда Зейд дал жене развод, и ее идда закончилась, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, послал к ней Зейда сообщить, что он, Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сватается к ней. И Зейд пришел, и встал, повернувшись спиной к двери. Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул о своем намерении жениться на Зейнаб, он почувствовал особое почтение к ней. Он обратился к ней из-за двери «О, Зейнаб!» «Поистине посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сватается к тебе». Она же сказала «Я не стану ничего предпринимать, пока не испрошу веления Господа моего» и она встала на то место, где обычно совершала молитву, и стала молиться. И Всевышний Аллах выдал ее за своего посланника, мир ему и благословение Аллаха, заключив этот брак с высоты трона своего. Дело в том, что во времена невежества посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, растил Зайда как собственного сына, и его даже называли Зайд ибн Мухаммад. А позже, когда ислам отменил усыновление и велел воспитывавшим приемных детей называть их по их настоящим именам, Зайда стали называть Зейд ибн Хариса, поскольку его настоящего отца звали Хариса. Аллах не сделал ваших приемных сыновей вашими сыновьями. Это всего лишь слова из ваших уст. Аллах же глаголит истину и наставляет на прямой путь. Зовите их, приемных детей, по именам их отцов. Это более справедливо перед Аллахом. Если же вы не знаете их отцов, то они являются вашими братьями по вере и вашими близкими. Сура Союзники, аяты 4, 5. Соответственно, женитьба посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, на Зейнаб, не имела ничего общего с запрещенным исламом женитьбой на бывшей жене сына об этом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, узнал из откровения. Когда же Зейд удовлетворил с ней свое желание, мы женили тебя на ней. Сура Союзники, аят 37. В аяте сказано, когда же Зейд удовлетворил с ней свое желание, вступил с ней в половую близость или развелся с ней, мы женили тебя на ней, чтобы верующие не испытывали никакого стеснения в отношении жен своих приемных сыновей после того, как те удовлетворят с ними свое желание. Сура Союзники, аят 37. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сразу поднялся и зашел к Зейнаб. Она гордилась этим перед другими его женами, говоря, «Вас выдавали замуж ваши родные, а меня выдал замуж Аллах, из-за семи небес. Такова история посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Зейнаб. Нет повода сомневаться в том, что посланнику Аллаха, да благословить его Аллах и приветствует, была внушена любовь к женщинам, о чем упоминается в достоверном хадисе от Анаса: Из того, что есть в этом вашем мире, мне была внушена любовь к женщинам и благовониям, а у слады очей моих была сделана молитва, передали Аннасаи Ахмад. Именно таков этот Хадис, в отличие от того сообщения, которое приводят некоторые, и в котором говорится, из того, что есть в этом вашем мире, мне была внушена любовь к трем вещам и так далее. Некоторые враги Аллаха из числа иудеев завидовали посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и стали говорить, нет у него иной заботы, кроме женитьбы. И Всевышний Аллах ответил им вместо своего посланника «Мир ему и благословение Аллаха», защищая его. Или же они завидуют тому, что Аллах даровал людям из своей милости. Мы уже одарили род Ибрахима писанием и мудростью, и одарили их великой властью. Сура женщины, аят 54. У пророка Ибрахима мир ему, предводителя исповедующих единобожие, была жена Сара, красивейшая из женщин, и тем не менее он любил Хаджар, которая была его наложницей. А пророк Сулейман, мир ему, как-то обошел за одну ночь девяносто жен, передали Аль-Бухари муслим. И когда посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросили о том, кого из людей он любит больше всего, он ответил Айшу, и он сказал о Хадидже, да будет доволен ею Аллах. Мне была внушена любовь к ней, передал муслим. Таким образом, любовь к женщинам – свидетельство полноценности мужчины. А Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал, лучшие представители этой общины – те, у кого больше женщин, передал Аль-Бухари. Известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ходатайствовал за влюбленного перед той, в которую он был влюблен. Это история Мугиса и Бариры. После того, как они расстались, пророк, мир ему и благословение Аллаха, увидел, как Мугис идет за ней, и слезы текут по его щекам. И он сказал ей, может, вернешься к нему? Она спросила, ты велишь мне, о посланник Аллаха? Он ответил, нет, я просто ходатайствую. Тогда она ответила, не нужен он мне. И пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал своему дяде, о Аббас, не удивляет ли тебя любовь Мугиса к Барире и ее ненависть к нему? Передал Аль-Бухари. И он не осудил Мугиса за его любовь к Барире, несмотря на то, что на тот момент она уже не была его женой, поскольку Мугис ничего не мог поделать с этим чувством пророк, да благословит его Аллах и приветствует, соблюдал справедливость между женами в материальных аспектах и говорил, «О Аллах, это деление мое в том, что подвластно мне, не взыщи же с меня за то, что не в моей власти», передали Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Ахмад. Он имел в виду любовь. Всевышний Аллах сказал, вы не сможете относиться к женам одинаково, даже если очень захотите. Сура женщины, аят 129. Имеются в виду любовь и половая близость. Страстная любовь бывает трех видов. Вид первый – любовь, которая является приближением к Аллаху и покорностью. Это любовь мужчины к своей жене или невольнице. Это полезная любовь ибо она способствует осуществлению целей, ради которых и было предписано вступление в брак, и удерживает взор мужчины и сердце его от стремления к другим женщинам, кроме жены. Поэтому такой влюбленный хвалим и пред Аллахом, и перед людьми. Вид второй. Любовь, которая навлекает на мужчину ненависть Аллаха и отдаляет его от его милости. Она наносит рабу Аллаха огромный вред, и его религии, и его мирской жизни. Это любовь к юношам. Это испытание, выпадающее на долю исключительно тех, кто не имеет никакой ценности пред Аллахом, и кого он прогнал от врат своих, и чье сердце он отдалил от себя. Эта любовь относится к величайшим завесам, отделяющим человека от Аллаха. Как сказал один из наших праведных предшественников, кто не имеет ценности пред Аллахом, того он испытывает любовью к юношам. Именно эта любовь навлекла на соплеменников Люта кару Всевышнего, и именно из-за нее их постигло то, что постигло. Всевышний Аллах сказал «Клянусь твоей жизнью», они слепо блуждали опьяненные. Сура Хиджр, аят 72. Лекарство от этого страшного недуга и спрашивать помощи у распоряжающегося сердцами, и со всей искренностью просить у него защиты, стремиться к его любви и близости к нему, размышлять о страданиях, причиняемых этой любовью, и наслаждениях, которые человек упускает из-за нее. Ведь следствием этой влюбленности становится лишение величайшего из желанного и обретение величайшего из ненавистного. Если душа человека все-таки решается на это и предпочитает это, то ее смело можно готовить к похоронам, ибо беда окружила ее со всех сторон. Вид третий ⁇ дозволенная любовь, с которой человек ничего не может поделать. Это, например, любовь того, кому описали красивую женщину, или он случайно увидел ее и влюбился. Однако эта любовь не подталкивает его к ослушанию Аллаха. С такой любовью он ничего не может поделать, и он не подвергнется наказанию за нее. Однако полезнее для него подавлять ее и занимать себя чем-то более полезным. Такой человек обязан скрывать свое чувство, хранить целомудрие и терпеливо переносить постигшее его испытание. И тогда Аллах вознаградит его за это и воздаст Ему за проявленное ради Аллаха терпение, и воздаст ему за проявленное ради Аллаха терпение, сохранение целомудрия, и отказ идти на поводу своей страсти и предпочтение довольства Аллаха и того, что у него. Всевышний Аллах сказал: Тому же, кто боялся предстать перед Своим Господом в день расчета и удерживал себя от страстей, пристанищем будет рай, суровырывающие, аяты 40-41. И Всевышний Аллах сказал, для тех, которые боялись предстать перед своим Господом, приготовлены два сада. Сура Милостивый, аят 46. Просим великого Аллаха, Господа великого трона, включить нас в число тех, кто предпочитает любовь к Нему своим страстям, ища приближение к Нему и стремясь снискать Его довольство.